Или если да, то с вайши хаст MP5. Там Теломор пишет, что штаны нужны. Там в зависимости, у кого приор будет. Теломор. Теломор, Теломор, ты тут? Теломор смешно погонял. Так, Дискорд, надеюсь, все слышат, спрашиваю один раз. Навара токена. Голова, да. Кому нужен? Мне нужен. Я мэй. Я бы... Йотан, у тебя же есть уже 4 куска или нет? Ему еще надо. Блин, я башку вместо 10 лет. Все, понял. Ставлю джинсы, кому надо. Полин, сумани меня уже, пожалуйста. Да-да-да. Сейчас суманим. Пришел суман? Да, спасибо. Супер. Блять, рано суманули. Чему мы на этом боссе? Посмотрел, если они сотрат, у меня навыки. Надо, блядь, купить рецепт своему алхимику. Чему мы на этом боссе? Да, у нас сопроты только по ХМкам из гильбанка. Сопроты берутся только в тот момент, когда я говорю, что их можно. Кто-то их пиздит. До этого момента кладет сразу же туда парочку. Я имел в виду, сейчас мне можно взять на то, на тех боссов, все равно там один доступ. Когда мы подойдем боссу, где нужен сопрот, тогда оттуда берется сопрот. Так, бага. Не выделишь сопрот? Я просто всегда пью. Кирс, ты куда уже спиздил? А потом свой. Вместе с Доросом. Миллион сопрот. Заранее. Две штуки? Да. Короче говоря, из первых 5 групп, точнее 4, кто хочет послакать на замене? Ты остаешься до конца. А чё не из 5? Я могу уступить. Так, Полина, ты не в первых. Кават, тебе же сведение еще нужно, да? Да. Да, сбывайся. А чё желаешь так, послакать-то мало? Лага, мне нужен только совет, и если мой этот байер ответит, еще на этого. Серёж, тут можно 4 кило. Я могу уступить. Короче говоря, маги, кидайте ролл, кто уйдет на замен. И Локи тоже. Никогда мне на эту хуйню не везло. А нет, видимо, повезет. Все, кроме Фарада. Да ладно, дай я подамажу, он резист может. Хоть посмотрю, как ДПС подрос. Посмотри, там бомбу исправили или нет. У меня сегодня она в око на ласте пахала. Вчера она вообще нигде не пахала, кроме Грулай. Почему тут 5 химов? Из локов кто ролл кидал-то? Только Локи и Санте, и все. Да. Вага, что я ливаю тогда? Да. Да. Кирис, позвонишь, если резко или лиц? Окей. Так, а чё, РС-ка потом будет ХМ? Неизвестно. Давай РС-ку, братан. Мне мы сейчас начнем бы быстренько, мы все будем. Если будет, мы наверное так же будем долго, то точно не. Я думаю, бля, вы такие долгие, это пиздец просто. Да мы вчера что-то слабоватенько вообще прошли. Казум, кинь ролл. Ну все, Сантей, короче, тоже на отдых вместе с Анкилом. Вага, ДД или танк? А чё, где силки? Да, будешь, да. Я надеюсь, его силки обратно перекинули. Где Серебан? У него там здесь появилось.
Сумоньте первые 5 групп и начнем. Шкаф. Серебанша бросил нас в свое время, ты запомнишь? Шкаф поставьте. Вот кидал. Ну что, с этого босса начинаем? Тебя так волнует, с какого босса начинается рейд? Конечно, блин. Я настроен. А меня на нет. Босса. Давайте активнее смотрим. Давайте смотрю быстрее, блин, пиздец, такие долгие. Ваниль, специально для тебя рассказываю. Да. На пулах босса флуда никакого нету. Так, пула босса еще не было, так что флудить можно. Ну лучше тоже не перебарщивать, а то это чревато все-таки. Ну, братан, ты же знаешь. А тут братан не прокатит. Так, Жужик, я тебя суманула. Еще кого-то. Давайте суманула. Активнее сумоньте. Че на Эликс? Жене на меня. По сути, все. У меня только ты остался. Рыбу поставил. Она стоит уже. И Пегастрий на боссе, крепость на трэше. 51 хила в ДДМ, тут правда не нужно 5 хилов. Это, лапы нету. Дыр-дыр-дыр в ДДМ. Пристабав нет. Хорошо, Полина на этом боссе в ДД. Полина, давай, уничтожай. Уничтожай. Лапа, Вару дайте. Короче, на пул. Испекай. Эликс, где оплата? Ловить рыбу. Закиньте индер кто-нибудь в оленя. Какой индер, она в элейме? О чем? Ну для... Пегастрий, где я? Вага, вагон. Нет, танк. Я слышу. Только это был скрытый план от того, чтобы тебя... Минус 2. Редрики падают. Ну понятно, набрали. Бог набрал. Это было немножко страшно, у меня сейчас резко стало 80%. Мне кажется, ли его откидывает там просто. Эпик, ты можешь спуститься в воду и упереться спиной в деревяшку, у тебя не будет. Что это? Это какое сразу? Всех такообразных сбрил. Не удалит, не рел. Пиздец, что за херня? А я тоже сильно не успела скинуть. Реально ретрики мрут, вы посмотрите. Значит, ты Пегастрий. Кроме него, кто еще танк? Крепость. Давай я потанчу, у меня 4 куска, ты 5. Так. Я хоть посмотрю. И Пегастрий, и Дима, ба. Кружок. Ну, в этот паудешный хуй. Трэш, сведите. Я так не вижу. Че ж в воде ты его танчите? Че происходит, блядь? Да видите, трэш, плепешку.
крепость забери. Эпигас, иди сюда, звездочку. Значит, смотри, вылезет босс, начнешь набирать агро. Откинет тебя вот сюда. Сразу нажимаешь кнопку вперед, бежишь и стрешь опять сюда. Че по. Жунуэн Мосу. Моса порешал. Порешал Кавата. Больше никто остальные не поднимает. Вара только нет, не поднимайте. А нет. Моса порешал. Порешал Кавата, поднимешь. Порешал во второй пати. А, ебать, вагу, понятно. Ясно. Тогда так, бьем. Части камни нырнули. Еще раз мобов. Ракушки. Агро дайте там. Три моба. Ёбаное все, блять. Мобы бьют рассекающим ударом. Ребята, танки, сделайте так, чтобы мобы смотрели в одну сторону и рейд видел, куда они смотрели. Смотри, где они держат. У меня один вопрос. Почему выйди с воды. Крепость. Крепость. Выйди с воды нахуй. Кули ты там, блядь, плаваешь. Все, ладно. Крепость, ты вообще нигде ничего не танчил из этих рейдов. Добейтесь. Новый нет. Тогда другой вопрос. Кто ты вообще танчил на этом сервере? А? И ВК или РБК? РБК у нас сказал. Я вам просто сразу сказал, что он полностью без опыта. Еще тут целка было видно. Полиночка, 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 есть, пожалуйста. Да, сейчас. Я понял. Справа тебя, справа тебя, справа. Спецзадание для Войда с Каватом. Помочь там. Можете сейчас спуститься в отдельный канал, немного его поднатаскать, пока будет трэш. Для начала ты свой класс знаешь? Конечно. Вага, ты свой класс знаешь? Рот закрой. Поднимайтесь, агрите моба танки. Пегас, ты чувствуешь? Подождите, маны нету, подождите. Хилов, там ман... есть мана нормально. Ох уж эти просто маги 7 лямов в случае из 10. Гастрит танчил слепца.
Да, демон. Так, делаем проще. Коват у нас танкует с Пегастрием. Крепость, ты спекаешься в ретре. На каждом боссе смотришь, что делают Коват и Пегастрий. Ну, лучше, конечно, что Коват делает, Пегастрий пока тоже не особо опытный. Бага, у тебя остался танк спек? Там Дедри спрашивает про токен. Обратите внимание, потом будет непонятно. Захиливается. Болезнь рейндж. Перчатки Т5, варприз, друль, ДК кому-то нужны? Да нет, не нужны. На успех. Вон Неликс ДЦ собирает. Ой, да из Неликса ДЦ. Телумор собирает танка. Еще лучше. Нормальный с него ДЦ, он в ШП хилит офигительно, в ДЦ вообще будет богом. Я тоже помню, как он ДЦ шел. У нас ШПшек нету, куда ему ДЦ? Это как меня в хилах спекать, когда у нас элимов нет. Шутка, он залить умеет. А вот у Телюмор нету привора, чтобы на успех ролить токен. ШП хилит, значит ДЦ будет вообще нереально. Вот смотрите, у вас... Телумор, Телумор. Рейндж, набирайте там. Токены теперь продаются? Труиловский, нет. Что там, уже можем подходить, нет? Неликс, у тебя на офспек будет первый кусок или сколько их у тебя? Значит, первый, да. У нас вообще периодически ДЦ нету, кроме Элбрил. Ничего, скоро приста отвечаю. Что вам сделать, приста? Неликс уже написал не один раз, что он ДЦ ж не будет. Неликс, ты как, Байеру уступишь кусок, поскольку у тебя первый там, все равно на этом ты хиласи не склеишь. Не уступай, Неликс. Ванель, сейчас получишь мут в Дискорде, заебал. Арестните, пожалуйста. Вот на стене, чтобы себе шипы собирать, она на продаж. У меня есть перчатки или шипы, что не память. Не будет перчатки, у него ноль. Он Х-300 хочет собрать. Он ДЦ не будет, но он хочет Х-300 собрать. Слушай, Вага, вопрос. А вот когда вот эти там пушки, смушки, я просто вижу, ты, походу, сейчас распылил. Но успех, они просто ролятся, да? Я говорю, у нас периодически то хилов не хватает, то ДЦ нет, кроме ЛБ. Так глухо. Смотри, Йодан, сколько у тебя танков спек, танк и шмот просто по роллу. Можешь куда дать. Бля, а вот у меня вопрос. Вы первого босса когда вообще бьете, блядь? Мы убили. Да. Если ты думаешь, что Гидрус это первый босс, то это не так. Первый босс на Альянсе, можете туда уходить. Если он стоит ближайшим, это Настя, не значит, что он стоит. Это что же они, значит, без анчивы, что все ходят? Ракушки, да. Жень, просто в джоках убивали того, а мы убиваем этого. Вот. Нет, логично должен быть предпоследним, потому что там анчивы типа, через час. Кто как убивает? Тут можно вообще первого убивать. И можно вообще сразу на вайш идти. На вайш нет, ну. Кто как? На вайше, кто там обязательный, чтобы на вайше? Каратрэш только? Здесь не обязательный босс, только один. Это как раз вот люркер. Шестой, восьмой группы, там пишите, какие боссы кому нужны, если вам надо варить. Как помогам. А, Байер с восьмой группы паладин, ему этот босс нужен. Это что за паладин-то ходит? О, в шляпу понятия не имею, но вроде хэпал, раз ему шмотки на хэпал. Ну,
Ладно, трэш пачек решим. Ой, не крутите так. Не подходите, пожалуйста, к хилам. Не подходите к хилам. Лок, отойди. Пожалуйста, отойди. Пожалуйста, спасибо большое. Как приятно пахнет сожженной травой с улицы. А я люблю свежескошенный запах. Вот прям классно. Обожаю запах напалма по утра. Юраган, спасибо. Вот до сих пор гуляет она. Видишь, мрут. Она давно уже должна была здесь палиться. Давно надо было уже выучить, что пока она не спадет, не нужно двигаться. Не подходить друг к другу. Вот сначала не подходить выучить. Друг к другу, набрать рейш, а потом уже не двигаться. Вот это надо было давно выучить. Да, интересно. Не пульте. А что за лутер стоит? Что-то не могу моба этого. Ну, расколупать, типа, травку собрать. Группу. Что там, в нем что-то есть, что ли? Знаю. Не собирается. Пишет, что лут мосса. Юрагал, блядь, ты шо мне такие сообщения пишешь? Мусор, позырь к большому. Ты походу Настеньке писал, да? А не мне, блядь. Чё-то не лутается, чё. Ну ладно, херс. Что, Зань, к тебе кто-то подкатывает? АОЕ хил хороший сейчас, давайте. О, Саку перепутал. Давай парей. Это для нового время боя. Спасибо. Байер. Юраган, один вопрос. Чем ты троеточек поставил после своего? Во время боя с трэшем ничего страшного. А мне все равно заводит. Да, я тоже. Хорошо, что я не стреляю. Нет, просто многие ставят вот так вот троеточие после некоторых слов. А в чем прикол? Незаконченная мысль. Когда не знаешь, да чё доебать. Когда не знаешь, до чего придраться. Забросила это дело, я спрашивала, не переписывались с моим Илюхой? Не. Ты, если будут вопросы, пиши, он не против. Очень много магов пустоты, приготовьтесь, 3 штуки. Массакру налей готовь.
Вместе с ним АП. Дайте... Ну, потому что они сало кинули и убили. Мага в пустоты убейте хотя бы. Вот одного лоу хп. Другого кожу пожимайте. Ураган, блядь. Пиздец, блядь. Ну чё вы так орёте? Неосторожно. Щитоносец. Прикол падает, что ли? Серёж, можно заранее, а то на боссе я почти не сперкнулась из пули или босса. Я в хиле буду на этом боссе или... Да. Учитывая, что там по два мага, а ты вообще с хилом спекнулась бы уже. Так я вот, да. Мне же брюли надо переставлять, не только же просто спекнуться, переодеться. Тут нет рук, тогда бы не было вообще никакого. Честно говоря, думала, что Орму спекнуться. У меня половина хиловского была шмота, половина была даже. Почему я порешал иннер залейте трепетом? А ты что, сразу не всем комплектом ты включаешь? Иногда багается. А так да, макросом. Там багается, если как он называется, шмот, который с Ювой. Камни вот эти вот. Не-не, у меня нет Ювы. Мне обычно. Багается шея, багается тринки. Ну, сапожки, когда практически не багается. Я могу использовать эту способность. Стою слишком далеко. Гайс, а что это за задание кто-то сделал? Кирс, воткни по темп. Развлекается. Коника на пулевой. Да, ты сейчас. Сзади трешь осторожно. Я уже глазами тебя ищу, чтобы похилить, потом понимаю, что ты на паладине. Черная хвоста. Мобы идут, пегасты чуть назад. Чуть назад, пегасты. Комат, комат, комат. Кир. Почему? Кир ставит тотем на хвосту, он на хвосты не прибавляет. Может, да потому что все время там стоит? Нет, я выбегаю, все ворачиваюсь. Сейчас меньше стало? Сейчас не столько. Хорошо, что я выбежала. Квиты, коват. Вот не. Кирс, блядь. No? Так же осталось. Выбежал с радиуса, так же. Ничего не меняется. А чего Стрейт умирал?